Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы будем пробовать дальше бить архидемона. Я решил попробовать старенький простой вариант. Наш раньше мы били с замедлением, к сожалению, сейчас его роли здесь это займет моему времени и неохота заморачиваться сильно. И у меня есть замедление рунами, которое мы раньше собирали очень-очень долго. И сегодня мы сейчас протестируем его рунами. Новый, ну как не новый, относительно новый талантик со смотрителями, плюс замедление вместо раскола. Конечно, урона у нас должно быть меньше, но за счет того, что усиление, в принципе, плюс-минус мы должны дотягивать. Интересно посмотреть, какой же все-таки будет шанс. Так, ведьма. Ведьма у меня есть с замедлением, отлично. Плюс раскол. Кто там у нас еще? Стрелок. И огник. И ищем нашего стрелка. Стрелок с замедлением должен быть. Многие не знают, но... А, вот есть, отлично. Сюда поставим. Не раскол. А давайте такой вот вариант. Замедление, когда срабатывает, наносит один дополнительный удар. То есть изначально, когда-то мы все били с замедлением, это реально было очень жестко. Такс. Усма. Давайте, кстати, попробуем такой вариант. Космо первый собран, стрелок второй, третий, четвертый. Тут поставим замедление тоже. А, в принципе, мы стрелка же использовать, нам места не хватит на всех. Четыре. Все, отлично. Без раскола пробуем. Поехали. Вот я составом набил 4-4-2. Потому что я не качаю прорывы. Так, ну вроде все собраны. Стартуем с огника. Конечно, мы можем зафайлить сейчас начало, но вроде относительно неплохо все пошло. То есть, как видите, можно не брать ремочку на вашего космо. Если вы стартуете, начиная с огника, вполне хватает. Времени, чтобы набить за счет того, что парализует. Сейчас посмотрим, какой же все-таки шанс. Понятно, что тут эмблемы сами по себе дают меньше. Они не выбивают максимум. То есть мы не выбиваем. Вот я уже по времени вижу, что такой вариант похуже будет. Вот смотрите, мы даже одного еще не убили. 2,7. 2,7. Ну, посмотрим. То есть, получается, за счет того, что раскол дает сразу же 500, он там 20 чем-то процентов дает от максимальной жизни. В данном случае это будет 500к с удара. Плюс
Там урон самой руны намного выше. Ну, в принципе, для этого мы делаем тест. Чтобы посмотреть, есть ли смысл, потому что не у всех есть возможность собрать тот же самый раскол. Да, на 4, конечно. Даже нельзя замахнуться с замедлением, как видите. Где-то 3,5 будет, не больше. О, ничего себе, чуть не ушатали мишку нам. Вот так вот, 3,5 не дотягиваем. Теперь давайте еще такой же самый вариант. Я хочу просто попробовать тест запустить с тыковки всех. Посмотреть, какой же шанс с тыковки. Возможно, так будет получше. Кто его знает? Смотрим. Тут, знаете, сам прикол в том, что этот архидемон, он ускоряется. Правда, мы из-за того, что мы бьем с космо, получается немножко тормозим, ну, тормозим его удар по тыковке. Соответственно, тыковка не так будет топово набирать, если мы убрали бы космо. Ну, есть свои плюсы, если он заряжается и включается, он вызывает приспешников, плюс он... Ух ты, чуть химку не ушатали. Плюс он станет, то есть тут есть такие нюансы, которым по-разному надо относиться, или то, ну попробуем, стартанули мы с тыковки, посмотрим, сможем ли мы больше набить. Ну, как-то. Хотя я смотрю, идем точно. В принципе, где-то так же. Возможно, даже лучше будет. Учитывая то, что мы просели, неплохо так были. Ну что, получше будет результат. Если стартанем с тыковки. Судя по всему, да. То есть у нас получается быстрее разгон в начале. Конечно, мы не убьем, но где-то около этого. В любом случае получается, надо стартовать на таких архидемонах стыковки.
Ну, опять же, она у вас должна быть неплохо прокачана. Вот вам плюс каких-то там 200 миллионов, это уже получше. Вот так вот. Что делаем? Вывод. Замедление не актуально уже. Конечно, оно актуально для бездонатов, но мы его зря качали. Раскол все-таки получше. Плюс лучше стартовать с тыквы в данном случае. Все. Всем удачи. Всем пока.